Привет, ребята, опять у меня по-прежнему зовут Дарья, в руках у меня укулеле, а это значит, что это новый разбор на укулеле. И сегодня мы с вами будем разбирать песню, которую вы меня просили в комментариях, группы Пицца под названием «Улыбка». Песня простая по аккордам, и самое интересное, там регги-бой. Чё это такое, сегодня будем изучать. Ну а перед началом этого разбора обязательно проверь, подписан ли ты на мой канал, потому что Пепочка будет очень сильно огорчена, если ты до сих пор не в нашем укулеле-комьюнити. Ну а сейчас бери инструмент в руки и погнали учиться. И вот так вот оно у тебя будет выглядеть. Та была улыбка, похожа на рай, аромат волос на напоминал счастье, на меня напала эта твоя игра и раздолбала мою душу на части. Та была улыбка, похожа на рай, аромат волос напоминал счастье, на меня напала эта твоя игра и раздолбала мою душу на части. Погнали учиться играть! Разбор на укулеле! И первое, с чего мы начнем, как вам маникюрчик новый? Второе — это аккорды. У нас всего тут три аккорда, как бы, которые повторяются два раза, итого у нас якобы четыре аккорда. Первый аккорд — аккорд АМ, мы зажимаем четвертую струну на втором ладу. Второй аккорд — аккорд G, мы зажимаем третью и первую струну на втором ладу, а вторую струну на третьем. Третий аккорд — аккорд Фа, зажимаем с вами четвертую струну на втором ладу, а вторую струну на первом. Все, по сути, у нас все эти аккорды. Связка аккордов будет следующая. АМ, G, Фа, G. И так на протяжении всей песни. Еще раз. АМ, G, Фа, G. Все, по аккордам ясно. И поэтому этот аккорд мы ставим следующим образом. Пепа, что у тебя там такое? Это же мой интерактивный сборник по укулеле для начинающих и продолжающих, где написана вся нужная тебе информация без лишней воды и в виде картинок. Ну а если навести телефон на QR-код, то откроется видео по данной теме. Вся подробная информация по содержанию и как его приобрести по ссылке в описании. Разбор на укулеле. Теперь, как же это все играть по бою? Бой здесь интересный в стиле регги. Сам по себе этот бой интересен тем, что он немножко с таким опозданием, и как будто качаем там растаману все дела, пам-пам-пам, пис. Чтобы понять, как его играть, посчитаем до четырех. Типа раз, два, три, четыре. И вот на каждый два и четыре мы будем с вами делать удар вниз. То есть получается раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. С аккордами. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Без счета, точнее его про себя считаем. Смотрите, такой моментик, как вы можете делать. Вот у вас есть, например, три, и на тройку вы эти аккорды, получается, отжимаете, но пальцы не убираете. То есть у вас получается такой короткий звук. Обратите внимание еще раз. Смотрите, раз, два, и на три я отжимаю струны, но пальцы не убираю. Получается, раз, два, три, четыре. И вот этот вот короткий звук вам тоже придает такую окраску в стиле регги. То есть вот такой вот короткий удар. Также на 1 и 3 вы можете делать следующее. Как бы делать взмах, как бы готовку. Приготовились, ударили. Приготовились, ударили. То есть у вас будет на 1 и 3 готовка. Приготовились, на 2 ударили. На 3 приготовились, на 4 ударили. То есть отдельно смотрите. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Что значит слово готовка? Интересно, да, что значит слово готовка? То есть вы можете оставить пальчик на начале грифа, вот, пожалуйста, тут, или как бы на четвертой струне, то есть у вас четвертое ударили, четвертое ударили, то есть у вас получается раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, приготовились, ударили, пум, там, пум, там. Как вариант, или вы можете играть через бас, то есть вместо того, чтобы готовиться, мы играем четвертую струну. То есть четвертая, удар, четвертая, удар. То есть с аккордами получится следующее. Если играем с подготовкой, через бас, то
есть у вас есть такие варианты, как можно обыграть этот рисунок регги-боя. Если сложно делать с подготовкой или через бас, просто играйте удары вниз. Типа раз, два, три, четыре, и это тоже будет круто звучать. Давай теперь это все соединим со словами припева. Та была улыбка, похожа на рай. Аромат волос напоминал счастье. На меня напала эта твоя игра. И раздолбала мою душу на части. Та была улыбка, похожа на рай. Аромат волос напоминал счастье. На меня напала эта твоя игра. И раздолбала мою душу на части. Скажу сразу, если вы не до конца отработали правую руку, вы будете сбиваться, потому что это нетипичен для нас бой. Потому что это регги, обычно мы играем с вами на раз. Как бы типа раз, два, три, четыре, раз, два, три. Как бы первый удар, ну, соответствует первому счету, первой доле. А тут мы наоборот играем на два. То есть раз, два, три, четыре, да? Вот четыре, ух как. Если вообще не хотите заморачиваться и знаете только один бой шестерка, ради бога, можете играть одну шестерку, у вас будет просто звучать следующим образом. Та была улыбка, похожа на рай. Аромат волос напоминал счастье. Не совсем то, что подразумевал, видимо, автор, потому что в оригинале она звучит под стиле регги. Вот, это что касаемо припева и вообще, какие альтернативы боя есть. Дальше мы с вами начинаем играть первый куплет. Первый куплет играется тем же самым образом по бою, теми же самыми аккордами. Давайте вам сразу покажу, как это играть. Если у кого возникают проблемы, как же петь и играть одновременно, то у меня на канале есть целый видос касаемо этой темы, что, как это выучить, чтобы у нас все получилось вместе. Обязательно посмотри, если у тебя возникают трудности. Теперь первый куплет. А сон не сок, ни море, ни песок, не хватает кислорода, словно горло в лосо. Ой, да, в поле одинокий колосок, затиши перед бурей, значит, скоро бросок. Капля с небес, живительный сок, я пью тебя всю, по-другому не смог бы. Просто письмо под моими кроссовками, время песок, добавляю басов я. И пошел припев, какой? Помним. Та была улыбка, похожа на рай. Аромат волос напоминал счастье. На меня напала эта твоя игра. И раздолбала мою душу на части. Та была улыбка, похожа на рай. Аромат волос напоминал счастье. На меня напала эта твоя игра. И раздолбала мою душу на части. Ну, опять потом идет второй куплет, таким же самым образом его и играем. Красный закат, синяя мгла, влюбила, убила, ой, как ты могла. За тобой на дно, за тобою дотла, хоть через океан, я твой Магеллан. Небо, 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 помоги нам, мы ногами ран, мы по разным мирам. Город тобой, ма, город война, кай. И как здорово, когда со мною она та. И пошу припев, ля-ля-ля-ля, там про улыбку и все дела. Как-то так. В общем, я надеюсь, вы поняли. Если у вас остались какие-то вопросы, обязательно пишите в комментариях или просмотрите еще раз определенные кусочки, что вам было непонятно. И песня будет готова. Па-да-дамс! Если тебе понравился разбор, то обязательно поставь свой лайк. Напиши в комментариях, какую следующую песню и мелодию мне разобрать. И, возможно, в следующем разборе мы будем учить именно твою хотелку. Кто знает? Ну, а если ты хочешь, чтобы я увидела твои укулеле старания, все очень просто. Учишь любую песню и мелодию с моих разборов, выкладываешь к себе в Инстаграм и обязательно отметь мой профиль Даша Кирпич, чтобы ко мне пришли все оповещения и я дала тебе обратную связь. Ну, а также в моем Инстаграме каждый вторник в 6 часов вечера по МСК проходят прямые эфиры, где я даю тебе полезность, общаюсь, отвечаю на твои вопросы. И самое главное, дарю подарки. Халява! Обязательно приходи, буду тебя ждать. Если тебе нравятся мои все труды и старания, ты хочешь поддержать меня в финансовом плане, все очень просто, можешь приобрести мой сборничек или открытки с наклейками, ну или просто сдонатить на Донаталерс или подписаться на Бусти. Вот как делают все эти ребята. Спасибо им большое за это. Взамен они получают клевые ништяки и весь раздачный материал. Но меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока!